Доброе утро всем! Что? Ну возьми на всякий случай. Мы собираемся в магазин, нам надо немножечко купить. Тотальную закупку, наверное, будем завтра, да? А сегодня у нас так, по мелочам, мы хотим прошвырнуться, вот потом заедем к родителям, бабушке, в общем, так. Да, надо воду купить, вот. У Богдана сегодня футбол днем, поэтому мы должны до футбола все успеть, конечно же, вернуться домой и обедать. Вот, собираемся. Я выходила сегодня с утра с Жекисом, у нас вроде тепло, но такой противный дождь был. Неприятно. Тебе дай салфеточку? Вот, так что мы собираемся и едем в магазины. Мы садимся обедать, были у бабушки. Ничего не снимали, в общем-то. Она нам вот пельмешки сделала своими руками, очень вкусные, да? Да, с курицей, так что мы пельмени очень любим, давно не ели, кстати. Вот, так что сейчас будем со сметанкой да. Кушать. И смотреть футбол. Футбол? Играя Челси пока 0-0. Вот. Я очень кушать хочу, прям пельмени что-то мне прям очень хочется. Поэтому... Ну, давай тогда я присоединяюсь давай, к тебе. Аппетита. Стою я на кухне, собираюсь готовить первую часть лазаньи. Мы сегодня точно не будем ее кушать, потому что очень сытные были эти пельмени. И мы, если поужинаем, то что-нибудь такое легкое. В общем, я подготовила фарш говяжий, я его сейчас обжарю. Порезала сельдерей. Я решила добавить сельдерей в лазанью, морковку и лук. И еще будут помидоры, томатная паста, кстати, мне ее надо достать. Вот здесь она, вот целая пачечка такая большая стоит, вот, сдавленная. В общем, так что буду я сейчас готовить, и чуть позже мы собираемся кое-куда поехать, но это уже потом. У нас тут обнимашки вечерние. Я приготовила покушать. Богдан уже нос туда засунул. Я приготовила, в общем, покушать. Вот такая вот такой соус получился. Все остальное буду делать уже завтра, наверное, либо сегодня позже. Специи добавляла: чеснок сухой и простой чеснок, перец, соль и орегано. Вот эти специи 4 и томатная паста. Все, теперь моя задача это убрать вот эту вот кучу белья, которая там висит. Так что я пошла, и мы скоро поедем. Все, вот такую кучку я сложила. Только кое-кто у меня баррикадировал. Смотрите, как он лег. И сопит, главное, слышно, нет? Подожди. Слишком много внимания, да, Джек? Че, удобно тебе? Ясно, буду я это все ставить на расставлять по местам, раскладывать. Тебе и удобно, да? Удобно, но еще вкусно пахнет, главное. Вот, и мы выдвигаемся в путь, потом все расскажем, куда мы. Этот. Успеваем, да? Ну, мы потом. Сейчас 7. Ну? Ну давай, все. Пошевелись. Не, едем уже, давай. Давай едем. Еще съездим к этому банкомату тогда. Хорошо. Ну. Мы выдвинулись и вовремя, и еще светло, и никуда не опаздываем. И это редкость для нас, да? Не-не-не, это очень редкость для нас. Вот. Едем мы на шоу фейерверков в нашем парке, да, в парке Вингис. Мы были в прошлом году, мы ничего, правда, уже еще тогда не снимали. Там, значит... В прошлом году мы или позапрошлом? Мне кажется, позапрошлом. Надо по фотографиям посмотреть. В 19-м году. Вот, в общем, там приезжают разные страны и, скажем так, как-то соревнуются, выпускают свои фейерверки и показывают какое-то шоу, там будут какие-то исполнители, музыка. Вот, единственное, что на это шоу надо билеты. Мы, конечно же, билеты не покупаем, вот, потому что они там перекрывают дорогу, но и вовнутрь уже в более близкое расстояние, это на сидячие места могут зайти люди по билетам, а все остальное, как бы, граница, ну, то есть это же парк, там никто не запретит зайти в этот парк, и поэтому мы как бы просто за заборчиком будем там стоять. В прошлый раз, когда мы были, мы пошли вообще с обратной стороны, где выпускали фейерверки, и с той стороны прям падали эти, как они называются, искры, даже какие-то как камушки. Мы так труханули, мы так испугались, что убежали оттуда. В этом году мы такое не будем делать, мы не сделаем такой ошибки, мы просто будем стоять, посмотрим, с какого ракурса, где там нам будет видно.
Допустим, в прошлый раз было видно очень. Можно вообще ехать, знаешь, очень много кто ездит вообще в центр куда-нибудь и на гору какую-нибудь забирается, знаешь, на какую-нибудь возвышенность, смотрят оттуда фейерверки, но это далеко, музыки не сильно слышно, вот. Мы едем прямо в сам парк, единственное, что мы сейчас заедем, нужно к банкомату нам подъехать тут в центре как раз-таки, и мы поставим машину, наверное, чуть-чуть дальше, чем этот парк, потому что там 100%... Да, там 100% будет посмотрим, забито. Будет ли там тоже место? Ну да, будем, в общем, кататься. Потому что в сам парк ехать, ну, я не считаю, что... И как бы вариант есть, мы посмотрим. Вот, но мы пока все успеваем. Тем более, пока светло, фейерверков точно пускать не будут. Это нелогично было бы. Поэтому там в 19:30 начало, то есть уже через 2 минуты. Но там пока вступительная речь, представление, да, какие-то там музыки, представления, в общем, что там будет. Вот, а мы пока за это время поделаем дела и подъедем уже к тому моменту, когда, наверное, начнут. Тем более там фейерверков будет много, и даже если мы не успеем на какой-то один, все равно на какой-то точно попадем. Посмотрим, пока едем. Народу много. Вон, посмотрите, все куда-то, все бегут. Куда-то все едут, куда-то все бегут. Погода у нас отличная, у нас уже потеплее стало. Классно. Уже показывает 16, но... Так что нам прям приятно погулять. Ну, давай загорать поедем, правда? Ладно, мне нравится по такому ночному городу ездить. Так, еще сумерки такие. Свет уже включили, но в то же время... Я раньше с Джейксом любила в такое время суток выходить гулять. Именно вот, ну, пройти, знаешь. Когда еще светло, но уже включили фонарики. Вот, прикольно. Еще же Новый год скоро. Фонарики — моя больная тема. Мне все нравится, что светится. Торопимся. О, наши тени, смотри. Мы идем, торопимся. В общем, приехали вовремя, а пока нашли парковку, минут 20 прошло. Я вообще не понимаю, почему люди возвращаются. Ничего интересного. Может, кто-то так в парке гулял, возвращается, холодно. Не знаю, но там какие-то облака дыма есть, но мы пока ни одного фейерверка так сильно не видим. Хотя на хорошее настроение, да? Нет, смотрите, ну будут, конечно. Смотрите, эти шарики, я помню, в Москве, когда была, тоже такие были, продавались. У нас только сейчас пик популярности. Вот мы идем, посмотрим, сейчас над речкой проходим. Ничего не видно. Мы пришли, тут стоим, здесь забор, правда, ничего не видно. Первые шведы. Ого, вот это я попала. Там очередь такая, вы не представляете, там такая стоит очередь. Это вообще они еще минут 40 будут стоять. Ого. Просто 1000 евро вылетают на воздух. Не видно пока. Мы купили вот такие вот эти вафельки. Я с сиропом, этим клубничным булком с мороженкой ванильной. Вот, так что мы пойдем сейчас, мы нашли другое место, мы проверим, нормально ли там видно. Да? Да, идем. И тогда тоже поснимаем, потому что там было очень закрывание, а здесь сюда вообще не видно. Не видно вообще. Сейчас видим. Stay.
пришли мы на старое место, потому что там не так было видно, как здесь. Вот мы стоим, сразу здесь фейерверки пускают. Сейчас пока себе... А я думаю, здесь... Вон мусорки, вон, вон, смотри. Хочешь сходить, выкинуть или... Подожди, давай я доем, потому что я не доела. Это мы вот здесь стоим, здесь детская такая площадка, это спортивная. И пока вот, и пока пауза включает свет, там вот, видно. Ну, вот, так что это... Но, кстати, уже очередь рассосалась, но здесь была такая очередь ненормальная. Здесь, самое смешное, не знаю. Знаете что? Что выключают свет, все прибегают сюда, смотрят салют, включают свет, своими делами занимаются. Ну да. Ну так, чтобы не стоять. Там пока кто-то песни поет, я надеюсь, не забанят видео из-за этих песен. Ага, прыгает по пружинке. Да. Мы уже дома, вернулись, погуляли с этим покемончиком маленьким. Он нас так ждал, он так вилял хвостиком маленький. Джекочка, что это он? Лена. Джек, у тебя сейчас попа будет мокрая, да. Встали, успели. Успели до воды? Вот, пришли домой, я так хочу в душ. Я так хочу. Я так хочу, мне так прохладно, ну не прохладно, а просто я так устала. Я, короче, так хочу в душ, и я сейчас быстро, они вот выйдут, все помоются, и я пойду в душ, я постою, помедитирую, что-нибудь там подумываю себе, поразмышляю, помечтаю. Вот, так что, а ему сухой корм, да, накладывать? Да. Пойду я положу. Он утром все съел, вот его миска стоит. Кстати, надо убрать это. Надо еду убрать. Я вот готовила. Ладно, буду я тут вытирать. Одной рукой неудобно. В эту миску положу ему. У него консервы уже нету, сухой. Не видите, не рвется. Одной рукой. У него сухого корма... Ой, консервы нету, так сухой корм положу.